Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас небольшое видео с покупочками косметики уже с нормально открывшихся офлайн магазинов по-человечески, да, конечно, да, тестеров нету, но как есть, пока радуемся тому, что имеем, называется. Значит, немного покупок было, но все равно хочу показать. Давайте начнем, значит, с улыбки радуги. Так, первое, что я взяла. Это Fixit Spray, фиксатор макияжа, матирующий от Compliment. Я что-то ни разу никогда еще в продаже, в принципе, его не видела. Думаю, ну, попробуем. Неплохой спрей, уже попробовала его. Хороший дозатор, то есть, да, само распыление. Такое достаточно хорошее облачко, то есть он не плюется, ничего такого. Уж насколько будет видно. То есть, прям он хорошее такое облако дает. Матирует не глухо, то есть если там, да, написано матирующий, нет, он, это не значит, что будет прям глухня-глухня, но фиксирует хорошо, совершенно неплохо, поэтому почему нет. Дальше решила взять, просто там что-то в развалочных этих корзинах было, парфюм вот эти, да, маленькие вот, которые типа в трубочках, да, которые Эклат, ну то есть сразу понятно, да, на что они пытались закосить. То есть, да, тоже фиолетовое, да, ну, то есть, сразу понятно. Собственно, да, вот такая штучка. Хороший достаточно распылитель, да, тоже, то есть он тоже не плюется. Похож на натуральный, настоящий клад. Не прям, конечно, один в один, но запах очень приятный, очень лайтовый. То есть, такая штука просто, вот сам вот этот флакончик, сколько здесь, 17 миллилитров, бросить в сумку... как вариант, или в дорогу, да, взять какой-то как дорожный флакон, то есть вполне имеет место быть. Дальше, значит, собиралась в другом месте, не взяла вам показать, купила еще базу под тени, как раз накрашена я сегодня с помощью нее, да, макияж глаз я делала, вставлю картиночку. База под тени от Luxe Visage. Со спонжиком, удобная. Чем-то мне напомнила базу от NYX, но от NYX она более плотненькая такая и больше дает именно цветовой подложки какой-то, да, то есть более она там, ну как кремово-бежевая, да. Здесь она такая более молочно-белая, то есть и она полупрозрачная, то есть она с точки зрения продления макияжа, там, да, удобства тушевки, да, с точки зрения подложки там белого цвета, например, да, чтобы если вы хотите усилить цвет пигмента, нет. Но носится хорошо, тени не скатываются, самое главное, в принципе, да, то есть на жару так вообще, в принципе, очень удачно. Вышла, собственно, по стоимости база там что-то в районе 150 рублей, спрей тоже что-то 100 с чем-то, и 80 рублей вот парфюмчик, то есть совершенно бюджетненько. Дальше, значит, это просто я увидела, решила попробовать, забегала в подружку, там влажные салфетки надо было купить, ну какую-то такую мелочь. И решила взять, попробовать из новинки, это вот Планета Органика, их новые масочки вот в таких вот майонезных пачечках. Я взяла глиняную, она у нас, господи, с имбирем, все, заговариваюсь. Отличная глиняно-кремовая маска. На сухую кожу тоже зайдет, потому что она не высохнет наглухо на вас. Абсолютно как бы спокойно, да, можно вот, да, сухокожиком, у кого, да, уже даже на возрастную кожу хорошо будет, потому что за счет имбиря вот этого, да, он будет именно немножко стимулировать кровообращение. Да, может быть и немножко пощипывание, но у меня оно, кстати, было почему-то, то есть не в процессе, пока она на лице, да, а именно... после, то есть уже смыло, да, и то есть ощущение прям, что кожа как-то вот, что она как будто работает. То есть прикольная масочка за свою цену, там 120 рублей, ну то есть как бы более чем. Я сейчас даже капельку, поскольку я уже пробовала, да, я вам сейчас покажу консистенцию, то есть вот она вот такого цвета, да, и вот сейчас на руку, да, если... То есть вот, она прям как кремушек, да, то есть она на лице полупрозрачная такая, да, то есть не такая вот желтая, да, как в пачке. Вот, и высыхает она не вглухо, да, то есть она даже как-то частично впитывается, мне кажется. То есть полупрозрачный такой вариант. Очень неплохо вообще за такую цену более чем. Так, и Ревгош. Значит, что я купила в Ревгоше? Так, из не очень интересного, значит, это то, что поскольку педикюр делаю сама, у меня что-то все бафики, все куда-то девалось. Взяла, собственно, от Гурмандиз. Что у нас тут?
корректировка формы, полировка. Ну, в общем, такой брусочек, короче, да, для педикюра. Ну, педикюр, маникюр, мне для педикюра. А, так, апельсиновые палочки, тоже Гурмандиз, тоже 39 рублей. А, и масло для кутикулы, оно стояло тоже на кассе, я просто схватила, думаю, масло лишним не бывает за 100 рублей. Это у нас Ева Мозаик. Для кутикулы, ногтей с витаминами А, Е, Д, соком алоэ, маслом жожоба. Ну, кстати, давайте что-ли понюхаем, я еще даже вот это, я, кстати, не открывала еще. Ну, пахнет совершенно приятно, очень нейтрально. Пойдет. Дальше, что я взяла? Малышечку решила попробовать, ни разу не пробовала помадки от Клиник. Вот такая стояла на скидонах. Вот, стоила вот такая малых 500 рублей. Это у нас оттенок Love Pop 13. Так, вот такая малышенька. Давайте посмотрим. Тоже еще не пробовала. Она достаточно темная. Я ее взяла в контексте больше, ну как сказать, для видео, наверное, да. То есть как бы в жизни я такой темной особо нет, не пользуюсь. А вот в формате видео почему бы и нет. Ой, она, кстати, по текстуре такая полупрозрачная, бальзамненькая. Может, кстати, и в жизни можно будет поносить. То есть вот такой оттеночек. Причем, да, насколько вот отличается, то есть насколько вот темный он здесь и насколько он мягче, да, смотрится на коже. То есть такой более бальзамный вариант. Я такой очень люблю, у меня это все будет улетать достаточно быстро. Так, вот такая малыха. Дальше взяла пудру. У меня сейчас что-то, да, две пудры в ходу, и обе уже с такими конкретными дырами. Я решила вот пока одну уже на замену иметь. Это запеченная пудра Luminis от Pupa. У меня оттенок 0,5. Так. У меня когда-то давно была запеченная пудра от Pupa, и я вам какую-то такую показывала, или, может быть, не такую, не помню. В общем, вот такая пудра, собственно. Так. Ну, с зеркалом, соответственно, да, вот такая она пузатенькая. Спонжик есть. И вот такой цвет у меня. Я сейчас надеюсь все-таки активно подзагореть как-то и взяла, соответственно, такой не самый светлый, да, такой немножечко уже, ну, в принципе, я думаю, что мне подойдет. Вот, но такую пудру это с собой не поносишь, она достаточно большая, она достаточно тяжелая, то есть это сугубо домашний вариант. А вышла она мне 499 рублей. Так она стоила что-то, по-моему, без учета скидок, 1230, что ли. Ну, в общем, 1200 рублей взяла за 500. Отлично. И тоже это называется, да, глаза заведущие, да, хочется что-нибудь ухватить, по скидкам все стоит, надо срочно, значит, что-нибудь, пожалуйста, давайте. Взяла палеточку Givenchy для глаз, вышла она мне 1600 рублей. Вот так. Как это выглядит. Ну, 50%, короче. Вот такая палетка. Давайте посмотрим ее. Это Couture Atelier. Вот она такая. Ну, вот Givenchy, все красивенько. Вот она. Ой, спонжик выпал. Вот такая палеточка. Не знаю, что-то захотелось. Когда, я помню, она только вышла, я как-то вокруг нее походила, и все. Вот. Думала, взять, не взять. Но тут я увидела, думаю, ну, блин, за 1500 Givenchy не взять, ну, как-то грех. Давайте, что ли, посвотчим. Так, собственно, вот цвета. Матовые. Соответственно, здесь я вроде не вижу... Да, блесток не вижу. Единственное, сложновато вот с рыжей вот этой частью, да, потому что она достаточно тонкая. Нет, кистью туда залезть можно, да, но с точки зрения пальцев не очень, мягко говоря. Вот, кисточкой, да. По текстуре нормально, посмотрим. Единственное, вот белый как-то вот совсем слабенький он, да, вот, ну, если наслоить, не знаю. Вот, но его, в принципе, можно так в качестве чисто вот базы, да, базу по тени закрепить, да, и уже по ней, поверху уже что-то цветное делать.
неплохие цвета, то есть, кто любит матовое, как бы, да, почему нет, по скидке взять вполне. А кто любит, тем более, вот такие вот, как вот кирпичные вот этот оттеночек тоже, да, синий, то есть, подборка странноватая цветов с точки зрения, да, вот именно наборы, то есть, оно не теплое, не холодное, синий холодный, здесь это прям рыжий такой кирпичик. Коричневый, кстати, мне очень нравится цвет, он прям холодный, в нем, мне кажется, нету ни грамма рыжего, то есть, я думаю, что, то есть, его хорошо и в складочку будет, и вообще здорово. Вот, спонжик вот такой идет, не очень понимаю, как этим можно что-то в плане глаз накрасить, но так задумано. Вот, то есть вот такая покупочка получилась. И в подарок, собственно, за покупку палетки, да, мне еще дали, выкатили набор пробников духов. Значит, два женских, интердикт, вот таких, и два мужских, джентльмен. А, джентльмен, да, один только туалетка и один парфюм, вот, то есть полегче и потяжелее, вот, два таких парфюмчика. И еще далее тоже набор пробничков Живанши, это их, значит, соответственно, что у нас здесь, бальзам и два блеска. Все падает. То есть вот, вот так, соответственно, два блеска. И один бальзам. Бальзам, кстати, у меня есть еще в заначке. Маленький вот такой вот миниатюрка от Givenchy. Еще пока он ждет своей очереди. Ну вот, как раз имеет смысл попробовать его все-таки начать заодно. В это же видео хочу включить еще вторую часть. Тоже с покупками из Ribosha. Да, из улыбки радуги немножко. И еще подарок ко дню рождения. Потому что карантин карантином был, да, соответственно, встретиться ни с кем нельзя было по-человечески. Вот, и вот наконец еще с девочкой встретилась, она говорит, ну, он мне говорит, у меня с апреля лежит уже, я уже хочу тебе отдать, уже все. Сейчас все покажу. Так, давайте тогда сразу с подарочка, да, вот, смотрите, какая прелесть. Так, первое, значит, что у нас здесь, скраб для тела, это Елизавеки, зеленый чай, соль, солевой скрабик. Не пробовала, кстати, в принципе, вот от Елизавеки, мне кажется, ничего, кроме тканевых масок, как-то, ну, то есть не приходилось. Вот такой скраб. Все же хотела я попробовать их пузырьковую маску. И что вы думаете? Та-дам! Она тоже смотрит мой канал, и она говорит, я же видела, ты сказала, что ты хотела ее попробовать, вот я тебе, собственно, ее купила. Вот, очень приятно на самом деле, да, что человек подумал, человек как бы озаботился. А еще она мне подарила, смотрите, эта свеча. Я думала, она ее просто заказала там, ну как-то, да, потому что здесь, смотрите, прям буковки, да, мое имя, Света. Она ее сделала сама, это просто... Просто как? То есть, ну, для меня это... Я знаю, что как бы, да, многие делают свечи, мыло, по-моему, да, ручной работы, вот... прям конкретно, то есть это вот надо сесть и заморочиться. И вот она, в общем, для меня сделала, мне безумно приятно. Я даже, ну, то есть я реально думала, что она просто заказала, да, под имя именно, чтобы... но она сделала своими руками, вообще просто безумно приятно, спасибо. И то, что еще она сказала, типа, это не подарок, просто я тебе хочу отдать, да, потому что, как бы, я точно пользоваться не буду. Вот, она говорит, от жадности, что называется, на Wildberries заказала, что-то захотелось красного, но не мое. А это две помадки от Triumph Cosmetics. Triumph, по-моему, она называется. А у нас оттеночки 201 и 206. А, соответственно, две это матовые помады. Так, давайте сводчики посмотрим. 201. Так. И 206. Так, вот, пониже, которая 201, это 206. Ну, по-моему, очень прикольно. Она говорила, что они капец какие стойкие, то есть, ну, посмотрим, потестируем, как бы интересно. Вот, то есть я, в принципе, красные матовые часто, если вот на концерты, да, когда хожу, я крашу губы красной помадой, но в ближайшее время массовых мероприятий у нас не предвидится, к сожалению, вот, поэтому посмотрим. Вот, и еще она мне отдала... это у нас Cha-Cha Tint от Benefit. Ну, их вот это вот... Ну, это миниатюрка, соответственно, для, то, что для губ и для щек.
То, что у них есть вот красный, да, а это у них получается такой вот, он более рыженький. Но на лето, как бы, я тем более такие малыхи тоже люблю, на лето вполне, как бы, уж и на щеки, да, и на губы, если хочет тепленького, да, чего-то, то есть... Вполне. То есть это прям такой рыжик-рыжик, да, но вот чисто вот такой отпускной вариант, почему нет, как бы я с удовольствием забрала, соответственно, пусть будет. Так, это значит то, что касается подарков. А теперь еще немножко покупок. Так, в «Улыбке радуги» взяла от Valery Sugar Scrub киви. Вот такой, у них несколько, вот я видела там у них и скраб, и какой-то крем для лица, ну то есть вот разные, в общем, штучки. Вот, я решила взять скраб с киви, он типа для лица и для губ, для свежести кожи. Так, посмотрим, вот так он выглядит. Такой, давайте сразу понюхаем, он не зафольгирован. Не знаю, насчет киви мне почему-то пахнет новогодней елкой. Причем елкой, которая вот, ну, то есть не свежая, да, там вот именно хвоя, а именно вот пластиковой елкой. Прям не знаю почему, у меня вот прям реально какой-то аромат вот Нового года, чего-то такого. Не знаю почему, но, в общем, не знаю, что на самом деле это дает. Здесь, кстати, еще написано, что... Экстракт спирулины и сок огурца. То есть я уж не знаю, как бы, да, что дало такой аромат, но... Не, ну он приятный, то есть это не то, что там какая-то химоза, просто прикольно. Так, и в «Улыбке радуги» еще взяла две перчаточки. Мочалки, да, для тела, то есть вот у меня две есть. Вот, ну я думаю, что их скоро нужно будет заменить. И вот я решила взять... Ну, они по одной продаются. Вот такие от бренда Aqua Joy. Вот. Я взяла две. Вот, они там что-то вообще по акции, там что-то по 37 рублей, что ли, стоили вообще копье. Так, это не «Улыбка радуги», это я просто этот в Ашане, что называется, заодно захватила от Cosme. Это, по-моему, ашановский бренд. Матирующая себорегулирующая масочка вот такая, дабл, ну, типа у нас мультимаскинг, все дела. Вот, ну, попробуем это так просто, до кучи, что называется. И угольный от черных точек. Древесный уголь, желатин, экстракт амлы. Типа на два применения вот такая тоже. Но это все в Ашане, как бы, не знаю. Взяла просто так, вот, что называется, на аву. Ну ладно. Вот, и все. И в Ревкоше, соответственно, чуть-чуть совсем взяла. Сколько у меня там получилось, по-моему... Так... Я взяла маску для волос. Это у нас Eva Aesthetic. Сос восстановления для ломких секущихся волос. Такая маска, стоила она 99 рублей. Вот, то есть, ну, это по скидке, соответственно. Вот. Но такой здесь хороший объем, 200 мл вполне. Что у нас здесь? Масло сладкого миндаля, кератин, провитамин, B5, органовое масло, экстракт грецкого ореха. Ого, они, кстати, пишут... Нанесите маску на чистые влажные волосы, оставьте на 10-15 минут, то есть прям по полной держать. Ну ладно, попробуем. И взяла еще из этой же серии Eva Aesthetic масло-спрей «Невесомый уход» с органовым маслом и кератином. А он стоил у нас уже 200 рублей, тоже со скидкой, соответственно. То есть вот такая вот парочка. Вот, ну... Попробуем, потестим. Вот это я еще не пробовала, соответственно. То, что только-только купила буквально. Вот, поэтому сразу пошла вам показывать. Все, теперь точно все. Вот. Такие получились у меня в итоге покупки, да, получилось побольше. Отдельное спасибо, соответственно, за подарки, да. То есть, прям... Мне очень приятно, очень-очень. Спасибо большое. Я знаю, что ты смотришь, да, в любом случае. Спасибо, Танюш. Вот. В итоге более веселое у нас получилось видео. Не просто покупки, еще и с подарком. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.